Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, над праведными и неправедными. Я люблю тебя. Я тебя тоже люблю. Ну, наконец-то пришел этот день. И у нас годовая контрольная работа. Два варианта, как обычно. Первый – два уравнения. И второй – такие же два уравнения. Готовы? Приступаем. А для тебя, Максим, это единственный шанс. Ты слышишь меня? Не остаться на второй год. Миш, Миша, дай плиз писать, пожалуйста. Слышали? Ненавидеть врага своего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас. Короче, сегодня один придурок мне дал списать, короче. Ну и чё, вундеркинд, тебе кепка не жмёт? Дай померить. Ну как идёт? Держи. Хочется. День выдался тяжелый. Ну давай, рассказывай, что случилось? Ты совсем поникшим выглядишь. Да, проблемы в классе. Что, опять Макс со своими дружками пристает? Да, Макс. Самое противное имя на земле. Слышать его не могу. Господи, зачем ты меня одарил этим человеком? Просто дьявол воплоти. Тише, тише, что ты? Никакой он не дьявол. Скорее всего, несчастный человек. Вот и показывает, что ему не хватает любви и внимания, понимаешь? Не даю ему внимания на его идиотские выходки. Даже помогаю ему. А он все лезет и лезет. Почему? Чем больше обиды у человека, тем сложнее ему измениться. Так же и у Макса. Чтобы убрать его обиду, надо больше молиться и больше любви. Кто же ему поможет, если не ты? Но это так сложно, любить того, кто тебя ненавидит. Но Иисус, Он такой, Он любит даже тех, кто Его ненавидит. Он отдал свою жизнь за всех людей, и Он через тебя хочет исцелить Макса. Давай мы за тебя помолимся, чтобы Бог укрепил тебя. Сейчас возьму рюкзак и пойдем гулять. Back and forth and around. Back and forth and around, we all go. I'm so sick of it. Back and forth and around.
Папа, приезжай, пожалуйста, срочно. Мой друг попал в беду. Как дела? Как себя чувствуешь? Спасибо, лучше. Давно хотел тебя спросить, зачем ты делаешь это? Что это? Помогаешь мне и заботишься. Зачем? Потому что Бог любит тебя, и Он выбрал меня, чтобы показать тебе свою любовь. Скажи мне о своем Боге. Есть лишь в истине, сможет мир этот изменить.